В марте текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из ДНТ на территории железнодорожного района города Улан-Удэ сотрудниками наркоконтроля задержаны неработающие жительницы Бурятии 43 и 28 лет. В момент задержания у злоумышленниц изъят синтетический наркотик «Скорость» весом более 14 граммов. Кроме того, в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружено более 22 граммов наркотического средства, приготовленного для дальнейшего сбыта. Также на территории ДНТ были обнаружены 14 тайников, в которых находились наркотические средства весом 6 граммов. По месту жительства одной из подозреваемых полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 1 килограмма. Всего полицейскими изъято более 1 килограмма 63 граммов наркотических средств. Задержанные пояснили, что наркотики они планировали сбывать бесконтактным способом на территории города Улан-Удэ и пригородных районов. Следователям следственного отдела Следственного управления УМВД России по городу Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30, частями 3, 4, 5, статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных участников данной группы и каналов поставки наркотического средства в регион. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, пожизненное лишение свободы. За что задержаны? За сбыт наркотических веществ, синтетического... Ну, в общем, синтетики. Откуда наркотики? Не знаю. Ранее привлекались к уголовной ответственности? За что задержаны? За сбыт наркотического вещества, скорость через закладки. А откуда происхождение наркотических средств? Взяла у подруги. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет, не привлекалась.